Кираса или Тарас Бульба? Просто народе Тараска. Что же лучше из этого? Вот часто, когда я играл в разные игры, да, я всегда задумывался над этим. Что лучше, иметь много брони или иметь много жизней? Вот что выбрать? Броня жизни, броня жизни. Каким из этих показателей ты будешь выживать и побеждать? Сейчас мы с вами посмотрим на это и выберем лучший вариант. Так, давайте сейчас подготовим все, что нам нужно. Нам нужна Тараска, Тарас Бульба. Нам нужна Кираса. Кираса у нас раз, два, три. Все, ну давайте купим куропатку на всякий случай. Все, let's go. Так, левел уп 25. Сейчас мы проверим, что же нам выбрать и с чем нам играть. Так, собираем Кирасу и Тараску. Идем в наше самое любимое место. Вниз идем. Теперь смотрите. Тараска нам дает в первую очередь силу. У нас увеличивается ХП, тем более мы силовик. Это тоже огромный плюс. Также дает нам и атаки. Но самое главное, дает в первую очередь ХП очень много, аж до 1000. Давайте все выложим, смотрим. Смотрите, сейчас у нас 1700 ХП. Ну, 1765 мы округлим, 1700. Берем Тараску, 2800. То есть 1100 ХП, грубо говоря, дает. 1100 ХП. Или 9 брони берем, плюс 15, да? Получается, сколько у нас? 24 брони. 24 брони. Что же из этого лучше? А мы сейчас сделаем таким образом. Мы сделаем так. Create heroes when enemy. Hero Lina enemy. Так, и level boss 25. Сейчас мы поставим точку над всеми и. Так. Все отлично. Ну смотрите, я как-то тоже недавно играл за Акса на днях. И по своей тупейшей привычке опять собрал на него Кирасу. Знаете, собираю Кирасу и опять задумываюсь. Но это уже был тяжелый лейт. И вот ты думаешь, правильно ты сделал, неправильно. Такое ощущение, что вообще ничем не помогает эта обоссанная Кираса. Теперь я понимаю, что да. Миллиарды раз лучше собирать Тараску. Ну, давайте проверим. Смотрите, у меня сейчас 1700 хп, да? То есть... Так, что тебе там есть? Нормально. Опа, опа, опа. Ну, смотрим, короче. Рефреш. Проверяем, да? Вот у нас есть Свен. Так, у него атака слабенькая. Ну, давайте проверим. Так, 2, 3, 4... 5. 5 ударов остается 600 хп, правильно? 5 ударов остается 600 хп. 600 хп. Так, если мы берем Кирасу, проверяем. Раз, два, так, 2, 3, 4, 5. Остается 1000 хп, да? То есть без всего этого 600 хп остается. Собирает, а если у нас есть Кираса, 1000 хп. Так, теперь давайте выкидываем Кирасу, берем сердце, Тарас Бульбу. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот вы видите разница. 1600 хп остается, а при этом у нас еще огромный реген идет. То есть разница на 600 хп. Мы уже видим, что преимущество однозначно за Тараской. Единственный может быть какой-то там плюсичек у Кирасы. То, что, да, она уменьшает броню у врагов. Это я согласен. В этом есть какой-то плюсик. Также, видите, она увеличивает скорость атаку союзников. Ну, вот, уменьшает броню. Ну, да. Но это в лейте, да, это настолько никчемный плюс. Бесполезный практически абсолютно. Теперь смотрите дальше. Выкладываем это говно, выкладываем это. Наша любимая Лина. Великолепный герой, у которого просто великолепная ульта. Великолепная. Раз, два. То есть убивает с трех ударов. Мы два раза сделали, с третьего раза она нас убьет. Смотрим. Теперь берем Кирасу. Естественно, она вообще никак нам не поможет. Раз, два. Какой мы делаем вывод, господа? Дальше идем. Рефреш. Так, мы выдерживаем пока три ульты Лины. Выкидываем это говно. Покупаем Тарас Бульбу.
Раз, два, три, четыре. Хотя он даже сейчас мог бы еще выдержать. Четыре, да? То есть с Тараской мы выдерживаем еще плюс одну ульту. Плюс одну ульту. Тем более у нас, видите, еще реген отлично идет. Так что смотрите, какой вывод, да? Что когда мы будем, например, играть за Акса с Тараской, мы однозначно будем дольше выживать, мы будем выдерживать больше говна. Не забывайте, что у врагов будет не только физ урон. Тем более, собирать Тара Кирасу на героя, у которого есть первый скилл, это тоже немного глуповато. Вот вам и Кираса, вот она, вот она, вот она. Вау-вау-вау-вау. Вот вам 40 брони. Но, если у нас будет Тараска, у нас будет очень много ХП. И мы сможем выдерживать ульту там Алины, там Леона и так далее. То есть сейчас, например, подбежали бы ко мне Леон и Лина, да, там, с прокачанными скиллами. Так, она кинула, он кинул, да. Да мне было бы срать на них, вот посмотрите на это. При том, что это вот такие итемы у меня, тапок и Тараска. А у меня был бы там ПТ, там уже Бледмейл, бла-бла-бла. То есть мы спокойно уже двоих героев превращаем в ноль. Они нам ничего не сделают. Ничего не сделают абсолютно. Ничего. Так, сейчас, секундочку. Сделаем тогда вот таким образом. И вот так. Ну все, все, что она смогла отнять, да? Дальше мы ее просто убиваем. Еще, смотрите, очень важно. Играл игру против Морфа. Тоже заметьте, что Морф будет нас, если мы соберем Кирасу, да, Морф будет практически с прокаста нас убивать. Через Эзернал Блейд, понимаете? Ему будет настолько срать вообще на нашу Кирасу. А вот если собрать против него тогда, да, Тараску, у нас бы еще оставалось минимум 1000 хп. 1000! Вот с 1000 хп мы могли бы еще поиграть, подраться. Поэтому давайте уже подведем итог, да? Что однозначно, если выбирать в тяжелом лейте, да, когда там уже 40-я минута идет, если выбирать между Кирасой и Тараской, однозначно всегда покупайте Тараску, только Тараску. Потому что броня, да, она не так важна, в первую очередь важно количество ХП. Я много раз в этом убеждался. Важнее большое количество здоровья, нежели броня. Количество здоровья, броня. Тем более, плюс регенка. То есть мы сможем отойти от замеса, отрегениться и дальше пойти опять в замес. И самое главное, еще раз говорю, мы сможем очень много говна впитать. Это очень важно, особенно для танка, да, с Тараской. Именно потому, что у нас еще плюс 1100 хп целых, да, мы сможем там ульту какую-нибудь лишнюю принять на себя. Вот такие у нас пироги. Ну и все, давайте тогда сейчас закончим, убьем какое-нибудь говно. Так. Давай, братюня, пойдем подеремся. Опа! Опа! Долго мы будем, конечно, его убивать. Ну, с такими темпами. Видите, что он нам почти вообще ничего не отнимает. На, псина тупая. Все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.